Лайка, говорит база Вуха. По данным нашего БЛА, у вас потери. Два человека, командир отряда пропал, предположительно погиб. Найдите укрытие и держитесь, мы вас заберем. Я приказываю вам ждать эвакуации. Вы меня поняли? Вау! Потери. Два человека. Командир отряда пропал. Предположительно погиб. Найдите укрытие и держитесь. Мы вас заберем. Я приказываю вам ждать эвакуации. Вы меня поняли? يمكن أن يأتوا لكنهم سيملون خلال 5 دقائق ويعودون. أنت
تمزح لكنهم يأتون دائما. يا إلهي سوف أرمي قنبلة. هذا ما ظننت إنك جبان. لقد نفذت ذخيرتي. أعطوني ثانية لأ. تعال أيها الجبان أنا هنا. هيا نذهب ونقبض عليه. ما أصدر عن شعره الحق.
هذه المصيدة مثلهم. هل تظن أننا أغبياء؟ لن نذهب إلى هناك. من الغباء أن نبقى هنا. عليك اللعنة.
كمل وجسد ميتا. إنهم لا يعرفوا أنه على قيد الحياة. أتمنى أن تكون محقا. كلهم موتى؟ جميعهم عدا ذلك الذي استوقفناه معنا. فكان بعيدا عن الغارب عند الانفجار. لا يمكنك الاحتفاظ به هنا. الأمريكيون سيأتون لبحث عنه. يمكن أن يأتوا لكنهم سيملون خلال 5 دقائق ويعودون. أنت تمزح، لكنهم يأتون دائما للبحث. يا صديقي، أنت تقلق كثيراً. كل ما سيجدونه عندما يأتوا هو دماً وجسداً ميتاً. إنهم لا يعرفوا أنه على قيد الحياة. إنه هناك! أيها الحقير! استعدوا! سنقطع المعركة! أنا وقتك يا قطع! انتبه على أجهتك! اذهب إلى! وقطع هذه حياتك. انها تموت.
تأتي إلينا. لسنا حقا يا حقير، لماذا لا تأتي لنا؟ آه يا غبي، لن نقع في فخك. Come on!
иди нахер. Что вы мне сделаете? А, готово. Вот и бросил пить, называется. Молодец. Не думай, что мы все еще там же. Слышал, Сэм? Мы сматываемся. Есть вопросы? База Вофорд, это Лайка. Такси на двоих, пожалуйста. Лайка, это база Вофорд. Везучий ты, сукин сын. Отправим вертушку, как только определим твои координаты. Вас понял, Вофорд. Мы возле... Нужно уходить. Василиск. Может, посидите спокойно, мальчики, а мы за вами спустимся. Мы никуда не пойдем, ты это слышался? Мы сваливаем отсюда. Спасибо, что вернулся за мной. Брата нельзя бросать в беде, сэр. От семьи не отвлекаемся. Из-за этой операции Сэм начал сильно меняться. Иначе на это могли бы уйти многие годы. Годы, чтобы понять, что же это за перемены такие. Но уговор Сэма с Грим значил, что ему срочно требовались данные об Эми и Черной Стреле. Сэм никогда не просил о мелочах, и это значило, что это что-то важное. Другой вопрос был в том, где встретиться. Мы выбрали супермаркет National. Общественное место, много людей для прикрытия. Открытые пространства для слежки хуже не придумаешь. Я мог бы уклониться от нее, а Сэм, он мог их найти. И сделал это.
Эй, Сэм, у меня здесь хвост. Черная стрела задумала испортить нам праздник. Всем известно, что мы знакомы, Вик. Они следят за тобой, надеясь выйти на меня. Вообще-то я оскорблен. Разберись-ка ты с ними по-тихому, чтобы можно было поговорить до прибытия подкрепления. Теперь пора выбираться. Я серьезно, Сэм. Если тебя заметят они или толпа, встречи конец. Давай за дело. Нет, я не потерплю, чтобы меня обманывали. Скорее, друзья, это последняя ночная поездка. Это ваш последний шанс увидеть целый город по всем законам. Цель самой вершины нашего маршрута. Ждите, когда он приведет нас к Фишеру. Потом дайте мне знать. И мы так быстро приведем сюда подкрепление, что голова только пойдет. Всем ясно? Хорошо. Зачем ты следишь за мной? Я не следил за тобой, клянусь. Расскажи мне о Викторе Косте. Это просто этот парень. Клянусь, я больше ничего не знаю. Меня ищешь? Вот черт, ты, Фишер, не трогай меня, я ничего не знаю. Расскажи мне о твоих планах на меня и Виктора. Блин, Фишер, я должен был сообщить им, как только заметил тебя. Подмога ждет, они готовы тебя схватить. Значит, пора менять план. Минутка на разговор. Вот черт, ты же Фишер, да? Вот черт! Зачем ты следишь за Виктором Косте? Мы ждем тебя. Сказал Карверу, что тебя увидели. Я разобрался с твоими поклонниками. Тогда у нас есть время на тет-а-тет, прежде чем они вышли своей дружкой. Так что давай прямо сейчас. Знакома местность у монумента? Ходите ближе, ходите к нам. Ага.
есть отдельная будка. Встретимся там. Я тебя впущу. Эй, кажется, я понятно. О, да. Тебе стоит быть осторожным. 15 минут, друзья. 15 минут веселья, прежде чем мы закроемся на ночь. Немного времени. У этих наводчиков должно быть подкрепление. Так что пройдемся в общих чертах, а остальное по телефону. Звучит неплохо. Загляни в мешок, там твой любимый пистолет. А я тебе ничего не принес. Заткнись, Сэм, нет времени. Там еще одна вещь. Я одолжил ее у приятеля из передовых проектов. Переносной ЭМИ-генератор. Малой мощности, малого радиуса. Мешок экранизирован, так что можешь хранить в нем свое снаряжение. Но нажми на кнопку и поджарь любую технику вокруг. Неплохо. Что еще ты мне принес? В мешке лежит папка. Вот тебе краткое содержание. Одна научная лаборатория под названием «Белый ящик» работает на оборонку. Занимается ЭМИ-технологиями. Итак, а то, что полгода назад они вдруг передали управление безопасностью этим чертям из черной стрелы, не в их этом манере охранять офис, а в сочетании с тем, что ты рассказал о них, возможно, связь есть. Бинго. Слабая зацепка, но ты убивал и за меньшее. Так, тебе пора. Набери меня, когда отойдешь на безопасное расстояние, и подробнее обсудим белый ящик, прежде чем ты пойдешь туда. Годится. Береги себя, Вик. By order of the Department of Public Works, this fair and the museum are now closed. We have detected a gas leak on site. Everybody is to leave the fairground in an orderly fashion immediately. Бегите все! Attention, attention! There's a gas leak on the site. For your safety, we need you to proceed to your cars in an orderly fashion immediately. I repeat, this is for your safety. Мы здесь, чтобы вас защитить. Что? Вот черт, что здесь произошло? Ребята, я уверен, это Фишер, вот черт! Хорошая попытка, но я не куплюсь. Слышишь? О, черт! Черт, у нас проблемы. Сдавайся, парень, тебе не уйти. Выходи, я знаю, что ты здесь. Все пока чисто, но все равно будьте начеку. Ты не можешь прятаться вечно. Выходи. Хватит прятаться, уродец. Выходи. Здесь. Угадай, кто?
Это моя игра, черт. Хватит трусливо прятать. Ладно. Хватит уже, Фишер. Чтобы вас защитить, мистер Фишер. Покажись. Мы устранили утечку. Можно выходить. Ты мог пройти через аэродром, Фишер, но теперь все кончено. Давай, вспомни аэродром, Фишер. Иди ко мне. Блокировать аэродром не может быть. Вон это за наших парней. У тебя нет шансов, Фишер, выходи. Папа, я был на аэродроме, сукин сын. Повезло на это.
побери, давай, давай. Сложи ты к заднице, Фишер. Черт, черт, черт. Полегче. Вот ты где, Фишер. Да ты шутишь, я туда ни за что не... Я был на аэродроме, сукин сын. Ты заплатишь за аэродром. Теперь можешь выходить. Откусил столько, что чуть не подавился. All those years you were lying to me. It was for the greater good, Sam. And I would do it again in a heartbeat, for the same reasons. Guess I never did know you. No, you didn't. And you still don't. А Сэм явился за помощью, я не собирался отказывать. Он всегда был волком-одиночкой, и ему требовалось небольшое напоминание о ценности шеи, которую засовывают в пень. После всего веселья и игр в монументе, Сэм направился в White Box. Верзилы, которые выкупили это заведение, уже, должно быть, выжили из него все, что хотели, и решили закрыть его. Но ему было плевать на то, что они сваливали. Он хотел попасть в него. Не в здание с двойными непроницаемыми для Эми стенами и уймой аварийных дверей. Просто зайти внутрь.